скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Двое, брат. Не указывай мне, что Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Блин, иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Твой тощий черти ведь еле держит плоть. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить его! Как это сделать, брат? Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке!
Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Ты, старый, усталый дед. Сейчас попляшешь. Идите, суродцы! Мони! Прекрати! Сын, соберись! Сын. Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить.